Всем привет! Добро пожаловать на канал, меня зовут Бережненко Валера, и сегодня я хотел бы сделать небольшое видео и рассказать о том, как можно сделать кисти в Photoshop, для того, чтобы в дальнейшем можно их было использовать в 2D-иллюстрации, либо в 2D-пейзаже, которые вы могли бы видеть у меня на канале. В общем, давайте перейдем к Photoshop. Допустим, нам нужно сделать из этого дерева кисть. Оно уже вырезано, оно в формате PNG, поэтому мы переходим сразу к созданию кисти. Добавляем корректирующий слой цветовой тон и насыщенность. И бегунок яркость выкручиваем влево. Можно полностью, можно нет. Все зависит от того, какая детализация кисти вам нужна. В данном случае я выкручу ее полностью. И объединяю эти два слоя с сочетанием клавиш Ctrl плюс E. Затем я иду во вкладку редактирования и выбираю пункт «Определить кисть». Здесь ее называем как вам нужно, в данном случае дерево. Нажимаем ОК. Все, наша кисть готова, и она появляется в самом конце списка всех кистей. И теперь вы с легкостью можете ее добавлять в вашу 2D-иллюстрацию, либо в 2D-пейзаж. На этом все. Если вам полезна была информация, ставьте лайк, не забудьте. До новых встреч!